Современный, модный, популярный сын пловца. 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса сразил всех наповал видеороликом из бассейна. Маленькому Бумеру, а именно так зовут этого малыша, ему всего 4 месяца пока, судя по кадрам, ему очень нравится резвиться в воде. Да еще в таких стильных темных очках. У папы позаимствовал. Ролик опубликовали в официальном инстаграм-аккаунте малыша. За сутки посмотрело его почти 300 тысяч человек. Интернет-пользователи отметили в комментариях, что Бумер явно пойдет по стопам отца. Отмечу, что на страничку Фелпса-младшего сейчас подписалось уже 700 тысяч человек, при том, что зарегистрировали его пару месяцев назад. Ну хорошо, что Бумер не из живота мамы начал вести инстаграм-трансляции.